Приготовились, начали. Я Роб Козинский. Мой персонаж – Огрим, молот рока. Мы находимся в таверне «Гордость Льва». Наверное, в ней бывал каждый, кто знаком со вселенной Варкрафта. Я провел здесь не один день. Мне известна любая деталь. Совершенно невероятно. Оглянитесь вокруг. Здесь все точь-в-точь, как в оригинале. От очага, столов и бочек у входной двери до картин. 100% идентичность. Воссоздана каждая мелочь. Пасхалки спрятаны повсюду. Даже объявление о розыске кобальдов есть. Один из первых квестов, которые вы встречаете. И, конечно, это по-прежнему место, где все собираются. Как фанат Варкрафта, лучших декораций для таверны «Гордость Льва» я не мог и желать. Варкрафт. С 26 мая.